Вот сим-карты. Как видите, свернуты. Сейчас будем ставить новый. Воняет ужасно этот клей. Градусов на фене.
плюс. Выставили. Прихватили. Так, вот здесь нам сажало потоньше. Проверяем под микроскопом. Поменяли жало. Добавляем флюс.
Проверяем под микроскопом, если он есть. Удаляем флюс. Собираем. Нагреваем немного двусторонний скотч крышки, восстанавливаем тем самым его свойства. Так, проверяем.
села. Как обычно. Ну вот написано, что карта SIM заблокирована пул-кодом. То есть все считается. Вот он пул-код, который установлен на моей SIM-карте. То есть все в норме. SIM-карта. SIM-ридер заменен. Всем спасибо за внимание, друзья. Это была Sony Xperia Z3. Только что мы поменяли SIM-ридер. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии.